Министерство обороны объяснило, что буква Z означает «за победу», а знак V несет в себе сразу два смысла – «сила в правде» и «задача будет выполнена». Все эти три расшифровки отсылают нас к массовой культуре, конкретно кинематографу. Слава, сила в правде – легендарная цитата главного героя фильма «Брат 2», где он объясняет американцу, что настоящая сила не в деньгах, а в правде. Две другие – «за победу» и «задача будет выполнена» – мы тоже с вами слышали во множестве фильмов. Они ассоциируются с героизмом, самоотверженностью и бескорыстью. Очень духоподъемно. В первые дни военной операции люди сразу начали обсуждать и у нас, и за границей, что все это значит. Первое, что приходило в голову, конечно, Зорро, такой борец с несправедливостью, выступающий за честь и правду, оставаясь инкогнито. К военной операции отлично подходит, но где Россия и где Зорро?